Доброго дня, друзья мои! Вы на канале The New Woman, и сегодня мы поговорим о джинсовой куртке. Такая куртка – предмет базового гардероба. Она молодит, собирает образ у женщин размера плюс, без претензий, и всегда можно надеть. Легко совмещается с другими уже существующими вещами в вашем гардеробе. Если у вас еще нет такой куртки, ее нужно обязательно купить и использовать все преимущества. Если уже есть, то можно задуматься о приобретении каких-то других расцветок, например, цвета фуксии, мятного цвета, черного цвета и о других моделях. И такая куртка никогда не выйдет из моды, потому что она вне моды. Хотя определенные тренды есть. И сейчас мы посмотрим, и вы увидите, какие модели наиболее в тренде в этом сезоне. Это укороченные куртки, cropped и oversized. Но этим можно пренебречь дамам элегантного возраста. Сейчас не принято, чтобы верх и низ были из денима. Или верх, или низ. Такая куртка лучше всего должна быть с эластаном, чтобы она хорошо облегала. Посмотрите, как хорошо собирает фигуру у этой женщины, очень полной. Я специально поставила картинку, где она по-другому. В другой одежде. И она не должна, такая куртка, выглядеть, как будто вы ее взяли на прокат у какой-то родственницы. Минус такой одежды в стиле casual в том, что образы неинтересны. И акцентом может стать вот такая обувь. Используйте этот прием. Вот сейчас вы увидите очень интересный образ. Посмотрите, джинсовая куртка, легкое платье и вот эта красивая обувь. Другие аксессуары – это шляпа формы федоры, вот такая шляпа. И еще один интересный прием – это яркие сумки с принтом. То есть образ никакой, все такое джинсовое, беленькое и вот такое яркое пятно. А сейчас мы заглянем в гардеробную вот этой леди, ей более 70 лет. Посмотрите, как активно она носит свою укороченную, трендовую джинсовую курточку. Обратите внимание, как нужно носить. Нужно слегка заворачивать рукава и приподнимать воротничок. Вот так. Смотрится очень непринужденно, хорошо. Легко сочетается с уже существующей одеждой. Вот такой головной убор будет очень в моде этой осенью. Готовлю материал на эту тему. Поясная сумочка. Маленький платочек на шее. Смотрим, обращаем внимание на каждую деталь. И не обращаем внимания на то, что эта дама в нормальном весе. Все то, что она использует, можно использовать дамам и размера плюс. Самое очевидное, свежее сочетание джинсовой куртки – это с белыми брючками и джинсами. Белые брюки и джинсы в этой части нашего показа на дамах узкие. Это немножко не в тренде,
Лучше будет, если они будут прямые по всей длине и более широкие. Джинсовые куртки прекрасно сочетаются с легкими кружевными платьями. А вот этот образ, на мой взгляд, излишне дамистый. В отличие, например, вот от этого динамичного и современного. Напишите, что вы думаете. Согласны ли вы со мной? Как вы носите джинсовые куртки, которые есть в вашем гардеробе? Какие у вас есть находки? Какие цветовые сочетания кажутся наиболее интересными? С курткой традиционного цвета деним. Как всегда, какие темы можете предложить? Напишите в комментариях, был ли полезным для вас этот показ. Что нового вы для себя узнали? Какие новые идеи у вас появились? Если он был полезным, нужным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что у нас еще очень много всего интересного. По-прежнему в работе секс и сексуальность после 50. Потому что много приходится работать с мужчинами и спрашивать их мнение о женских образах. Кстати, вот этот образ с принтом горошек очень интересный и современный. Спасибо, что вы заглянули. Что вы посмотрели этот показ, посвященный джинсовой куртке. Вот интересный образ. С нетерпением ждем вашей оценки, комментариев. Всего доброго. До свидания. Вы были на канале The New Woman.